казачество – это неотъемлемая часть нашей земли и всей страны, а также важная составляющая настоящего и будущего России. Через века казачество принесло свои традиции. Мощь культуры казачества хранит провинция, малые города и села. Как неиссякаемые святые источники вдохновляют и питают страну своим трудом, творчеством, танцами и песнями. Для вас поет Валентина Ильс. Thank you.